Нефть марки WTI опускалась ниже 30 долларов за баррель сутки назад. И вот теперь настала очередь Brent. Сегодня она на минимуме показала 29.73. Такой низкой цены не было с февраля 2004-го. Главное, что заставило биржевиков продавать, это статистика. Запасы бензина в Америке на прошлой неделе не просто выросли, а перекрыли прогноз в 3 раза. Кроме того, все ближе снятие санкций с Ирана, который через полгода после этого радостного события собирается увеличить добычу нефти на 15%. Сейчас Brent всплыла выше отметки 30, а марка WTI дорожает примерно на 30 центов. Кстати, за 2 недели этого года нефть успела обвалиться на 20%.